Алло. По нашему проекту есть замечание. Верхняя четверка, шестерка снизу. Посмотри на шале, да. За папкой с документами. Я вчера его видела с Машкой. Да, люблю я тебя, люблю. А ты видел ее ноги? Сейчас не ко времени. Я тебя вчера совсем не знаю. У меня хорошая новость, и очень хорошая. А у тебя какой? Ты тупой? Я три раза я за рулем. Ты все равно не понял. Все сперва, все вперед. Слушай, давай в 7 максимум. Захвати с собой, я сегодня вечером играю. Она ждет. Сейчас не очень удобно. Ты сам просил позвонить. Хорошо. Что ты решила? Записалась на утро. Ты уверена? Да, все без перемен. Я там почти последняя, по-моему. Там еще и очередь, что ли? Сказали, что там быстро, что потом уже нельзя, потом анализы не сдать. А без них не выпустят. Да. Последствия? Сказали, что может потом... Потом... Может ничего не быть. Больше совсем никогда. Возраст и второй за полгода. И вообще... Ужин, все на столе. Ну ты где там? Скоро? Сейчас. Я сейчас. Подожди, я быстро. Еду. Слушай, все уже спят, давай завтра. Говорят, кино неплохое. Уже все закрыто. Еще закажешь? Я скоро буду. Этот козел опять где-то пьет. Я могу не успеть в эту ночь. Я честно, я даже не знаю, эта ситуация, ну так вышла. Я все понимаю на самом деле. Просто это все не так быстро. Да. Ну, так вышло, ну ты же понимаешь. Мне сейчас никак. Да, ситуация. Я все понимаю, я обещал. Но сейчас все как-то вот по-дурацки. Не так все делаться должно. Нормально все будет. Там же быстро. Это же хорошо, то быстро. Ну, алло. Алло, алло, ты слышишь? Алло. Да, слышу. Так вышло. Все хорошо. Все закончится. Все. Ну ты долго еще? Все стынет. Главное, держите меня в курсе. Будем на связи. Хорошо, что так быстро. Так быстро. Быстро. И сколько бы ему сейчас было? 36? Нет, 37.